Добрый день, меня зовут Анжела, мне 51, и это мой отзыв на тренинг «Код уверенности». На данный тренинг, в тренинг я вписалась для того, чтобы повысить уверенность в себе. Эту тему я отрабатывала в школе коучинга и продолжаю отрабатывать в коуч-сессиях, но посчитала, что будет не лишним повысить свою уверенность с помощью данного тренинга. И действительно, в общем-то, мое решение было верным. Несмотря на все отработки в школе коучинга и на коуч-сессии, оказалось, что у меня еще достаточно того, что можно проотрабатывать. И работу эту необходимо продолжать и дальше. В данном курсе все построено в определенном порядке, чтобы человек мог двигаться к своей уверенности. И это очень здорово. Все техники здесь замечательные и достойны того, чтобы их отметить. Но мне бы вот хотелось отметить то, что было для меня новым и что особенно запомнилось. Мне очень понравилась техника возврата энергии из будущего. Не сразу я ее осознала, смысл этой техники, но она начала радовать меня уже сразу. Я работала здесь не с каким-то далеким будущим, а с событиями, которые возможны через пару месяцев. И это вот эти события, в общем, ожидания, это постоянные мысли об этом, они забирали очень, оттягивали очень много энергии. По технике я забрала все свои ожидания из будущего, и мне стало гораздо легче. Я забыла об этих событиях, возможных событиях, перестала об этом думать. И за сегодня, вот до данного момента, я вообще ни разу об этом не вспомнила. Даже сама сейчас удивилась этому. После отработки техники усиления слабой части я решила сразу сделать звонок, который тоже изначально хотела обдумать и немного проиграть. Но после этой техники я решила ничего не обдумывать, я просто сразу взяла телефон и позвонила. И оказалось, что мой звонок был ожидаем, его ждали и сказали, что очень вовремя, очень ему были рады. И мы обговорили все то, что было нужно. Просто вот как космическая проверка. И еще одно дело я тоже сделала, которое тоже я планировала сделать, но как-то никак не привязывала его ни к какому времени. И мое вот это действие дало возможность обговорить все детали для дальнейших действий. И самое удивительное, что здесь я так, и здесь вот мне тоже как бы человек просто ждал, да, я его подтолкнула к действиям. Все это все было как быстро и легко. И поэтому я бы посоветовала потенциальным покупателям приобрести данный тренинг, чтобы повысить свою уверенность и начать действовать более решительно. Данный тренинг, как и все тренинги Павла Борисовича, изобилует полезной, важной, нужной и очень ценной информацией, которая помогает людям стать счастливыми. Павлу Борисовичу огромное спасибо за такой потрясающий и эффективный тренинг.